Армавир теперь по праву может носить звание мармеладной столицы России. В день рождения города на центральной площади изготовили самый большой флаг страны из этого лакомства. Перед началом церемонии жители смогли прикоснуться к огромному полотнищу триколора, которое развернули перед сценой. Сегодня в честь дня празднования нашего любимого города наши уважаемые руководители также вышли с инициативой и придумали еще более актуальную акцию, которая, я думаю, наш город Армавир прославит еще больше за границами не только Краснодарского края, но и всей Российской Федерации. Я думаю, что эта интрига скоро для вас станет открытой, вы поймете, о чем я говорю. Но я в первую очередь хочу поздравить вас и пожелать благополучия, мира, выразить слова благодарности всем нашим руководителям, которые представлены сегодня здесь на сцене, и в лице их поблагодарить наш многонациональный город Армавир за то, что мы живем в дружбе, согласии и носим одну, единственную национальность – армавирец. С праздником вас, дорогие друзья! Инициаторами необычной идеи стали главы национально-культурных объединений города. По их мнению, несмотря на национальные различия, мы все являемся частью большой семьи, состоящей из граждан страны. Братья мои, которые стоят сегодня на этой сцене, это люди, которые днями и ночами трудятся во благо единства наших всех национальностей города. Очень многое делаем для объединения, для единства. Самый большой флаг страны из мармелада, сделанный в Армавире, попал в Книгу рекордов России. На его создание ушел почти целый день и 1 тонна мармелада. Событие было зафиксировано и подтверждено федеральным арбитром международного агентства «Интеррекорд» и реестром рекордов России. Размер сладкого флага 8 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Зарегистрирован новый мировой рекорд. Самый большой национальный флаг, сделанный из мармелада. Под ваши аплодисменты. Общая площадь 5,6 квадратных метров. Размер 8 на 2,4 метра. И я вручаю сертификат организаторам. Гости праздника смогли сами продегустировать 5 квадратных метров армавирского мармелада. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».